Всем привет! Как ваши дела? Как вам лекция по СВМ и по логрегам в прошлый раз? Стало ли что-то понятнее после того, как мы пообсуждали, после того, как вы пообсуждали с Евгением Андреевичем, или не стало? Стало сильно понятнее. Тяжело было, что семинар оказался перед лекцией, и мы затрагивали то, что нам только потом рассказали. Ну да, сори, так уж получилось, что как-то разминулись мы немного по материалу. Но я надеюсь, что стало все хорошо. Смотрите, сегодня у нас есть два варианта. Либо мы будем разговаривать целиком про тему сегодняшнего занятия. Тема у нас будет калибровка моделей. Она будет о том, как из классификатора, который умеет нам выдавать вероятности, сделать классификатор, который умеет выдавать более правдоподобные вероятности, скажем так. Или мы можем некоторое время уделить еще раз разбору СВМа, вот как бы пройтись еще раз по тому материалу, который был в прошлый раз, и потом уже перейти к материалу сегодняшнего занятия. Как вам больше хочется? Хочется ли поговорить еще про СВМ немного, или не хочется уже? Какие у кого мнения? Или ни у кого нет мнений по этому поводу? Давайте так, говорят, калибровка норм. Напишите в чатик или подайте голос те, кто хочет еще раз поговорить про СВМ. Вот так вот. Вот Таня плюсик было, так понимаю, в сторону калибровки, а не в сторону. Так, ладно, давайте тогда про калибровку говорить. Вроде бы каких-то явных пожеланий на СВМ не поступило. Так. Так, вам должно быть все видно. В общем, да, вкратце я уже очертил тему. Давайте мы поговорим как бы еще раз, да, что это и зачем вообще это нужно, самое главное. Вот представьте, что мы придумали какой-то способ решения задачи классификации, допустим, SVM или логрег или что-нибудь еще. Мы пока что находимся в рамках бинарной классификации, то есть у нас пока только два класса. И наш классификатор научился выдавать какие-то вероятности всем объектам. Значит, мысль тут такая. У нас может быть ситуация, в которой, скажем, мы возьмем, пройдемся по всем объектам тестовой выборки нашим классификатором. И возьмем, скажем, все объекты, на которых классификатор выдал примерно 70% вероятность того, что эти объекты принадлежат классу плюс один. В таком случае мы можем посчитать по этим объектам, ну, допустим, их будет 100, тем, на которых было там примерно 0,69 вероятность, 0,7, 0,7, 0,71, вот что-то около 0,7. Можем по ним пройтись и посмотреть, а правда ли, что среди этих объектов доля единичек и правда будет 70%. Вот если это правда для всех вероятностей P, то классификатор будет называться откалиброванный, или модель будет называться откалиброванной, которая такие вероятности выдает. Если это будет неправда, модель будет называться неоткалиброванной. Вот. И не всегда, но бывают случаи, когда нам хочется получить не просто модель, которая умеет решать задачу с некоторой метрикой качества, скажем, с аукроком 0,8, а может хотеться получить модель, которая именно откалиброванная. В каком случае это оказывается важным? Это оказывается важным тогда, когда мы заинтересованы не столько в решении задачи жесткой классификации по итогу. То есть мы же обычно делаем чего? Да? Мы берем, получаем вероятность от модели, потом мы придумываем некоторый порог и говорим, что если там вероятность, скажем, была меньше, чем 0,6, то объект будет с меткой 0. Если вероятность была больше, чем
0,6 объект будет с меткой 1. Вот. Если мы хотим, не знаю, посчитать, допустим, какую-нибудь нашу выгоду, если мы предсказывали, будут ли покупать наш товар, то тогда мы, конечно, можем взять тестовую выборку, проклассифицировать на ней все объекты и сделать жесткую классификацию и как-то оценить полученный результат. Но лучшая оценка будет получена, если мы возьмем вероятность непосредственно. То есть будем говорить, что если там у нас есть 100 человек, которые с вероятностью 0,7 могут купить наш товар, то наша выгода будет там, 100 умножить на 0,7 умножить на цену одного товара. И это будет отличаться от той ситуации, когда у нас классификатор выдал для них уверенность не 0,7, а 0,8. Согласны? Потому что тогда мы как бы в среднем будем оценивать наш доход выше при помощи модели, которая будет возвращать на тех же самых клиентах вероятность 0,8. Вот. В случаях, когда нам нужно построить какие-то оценки, которые зависят непосредственно от вероятности классификатора, тогда имеет смысл поговорить о калибровке моделей. В остальных случаях, в принципе, если мы говорим только про бинарную классификацию и что нам интересны только конечные метки, которые наша модель выдаст, нам, в принципе, не так важно об этом думать. Поэтому тема как бы такая, скорее, не универсальная, да, с точки зрения применения к классификации, но бывают случаи, когда это оказывается важным. Вот примерно такая мотивация у того, чтобы модели калибровать, и примерно такое определение у того, чтобы модели калибровать. Давайте по ходу семинара мы еще раз столкнемся с определением и посмотрим на то, как, собственно, эту калибровку строить и как оценивать, является ли модель откалиброванной или не является ли она откалиброванной. Так, давайте мы для того, чтобы начать говорить о каких-то моделях, мы сделаем следующее. Возьмем данные для бинарной классификации. Тут, кажется, какие-то данные кредитного скоринга у нас обычно. То есть мы будем классифицировать, выдать ли человеку кредит или не выдать ему кредит. И сделаем следующее. Разделим данные там на трейн-тест, обучим на них несколько моделей, и потом на ответах одной из моделей будем оценивать, является ли эта модель откалиброванной, и если нет, то будем ее калибровать. Такое у нас будет вот мысли. Так, давайте сделаем следующее. Значит, все те объекты, которые у нас в данных являются объектами, мы их как-то закодируем лейбл-энкодером, сильно париться не будем, нам сейчас важно получить просто какие-то модели, возраст, там, в общем, закодируем по бинам, количество, видимо, сбережений тоже закодируем по бинам, длительность, бла-бла-бла. В общем, сделали какую-то кодировку для того, чтобы просто перевести данные в числовой вид. Для этого семинара нам не супер важно заморачиваться по поводу самого правильного способа это сделать именно для этой задачи. Так, разделяем данные на x и y. Так. Смотрим на корреляции, видимо, ответов с целевой переменной, ну, не совсем корреляции, но, в общем, как-то оцениваем первичную важность признаков по однофакторному анализу. Так, и давайте дальше. Ой. Говорят следующее, что у нас не сбалансированная классификация. Давайте мы посмотрим на то, какие у нас игреки, и посмотрим на их сумму. И предлагают нам побороться с этой проблемой. Ну вот, видите, да, у нас получается доля классов положительного, доля объектов положительного класса 70%, доля объектов отрицательного класса 30%. Поэтому предлагается сделать следующее, как бы решить проблему не сбалансированной классификации заранее, до того, как мы чего-то будем обучать. Предлагается использовать метод SMOLD. Скажите, говорили ли вы о нем на лекции или нет? Наверное, не говорили.
звучали ли вот такие буквы на лекции? И вообще успели ли вы обсудить несбалансированную классификацию и все такое? Или не успели? Я помню, что мы с вами когда-то недели 4 назад, наверное, говорили об этом, и вы, по-моему, говорили, что не обсуждали еще это. Ну вот кажется, что этого не было. А? Кажется, этого не было. Ну ладно, идея все равно очень простая. Значит, если у нас классы не сбалансированы, то мы можем сделать очень простую вещь. Мы можем взять класс, которого меньше, и искусственно насэмплить из него больше объектов. Мы с вами... я вспомнил. Мы с вами, кажется, даже говорили о том, что мы можем делать какие-то более прокачанные стратегии в духе, что не просто брать больше объектов из меньшего класса, а делать там что-нибудь еще, типа интерполяцию по каким-нибудь признакам между ними и так далее. Главное, чтобы эти объекты в итоге по расстоянию друг от друга были не очень далеко. Так, ну, в общем, да, здесь мы будем использовать очень простой подход, просто сделаем больше объектов негативного класса так, чтобы в сумме у нас стало объектов ровно. Давайте мы воспользуемся для этого специальным методом из отдельной библиотеки и насэмплим больше объектов. Вот их стало 1400. То есть раньше было 700, да, мы хотим, 700 было большего класса. Мы хотим, чтобы 700 стало половиной, тогда, получается, суммарно будет 1400 объектов. Ну и давайте поделим выборку на трейн-тест в отношении 8 к 2. И обучим просто парочку моделей. Тут как бы у нас ничего такого нового не будет. Значит, будем брать логистическую регрессию. Будем брать support vector classifier. Только будем брать его не с линейным ядром, а с radial basis function, чтобы это не значило для нас. В общем, давайте остановимся в понимании на том, что это чуть более прокачанная версия support vector machine, господи, как она, SVM, ну, в общем, да. Чуть более прокачанная версия SVM, которая использует не совсем линейный подход. Так, обучим SVM. И давайте посмотрим примерно на то, что у нас получается. Так, precision recall'ы получаются какие-то 0.68, 0.6, ну, допустим. Кстати, почему-то мало получилось объектов. Не мало, все равно. Так, помимо одного нелинейного SVM, в общем, предлагается взять еще один. Не суть важно, но, в общем, взяли разные модели, которые, скажем, по-разному настроены, возвращают немного разные скоры нам. Ну, хотя как, вот эта вот модель, которая поле, да, она возвращает сильно большим precision, чем было для логорека и чем было для SVM с RBF-ядром. Так, ну и KNN еще нам предлагают. О, здесь вообще precision получился какой-то огромный по сравнению с предыдущими моделями. Ну, в общем, вот взяли какие-то, значит, модели. Давайте мы, наконец, будем как-то больше говорить про калибровку. И вот еще раз поговорим про определение, что такое калибровка. Ну, вот здесь как бы сказано это в виде текста, в виде строгого какого-то определения. Но смысл такой, да, что мы берем некоторую вероятность, точнее, берем все вероятности, да, как бы проходимся по множеству вероятностей от 0 до 1 с некоторым шагом, который мы сами придумываем. И для каждой вероятности в каждом этом шаге мы делаем следующую процедуру. Мы берем все объекты, которые наша модель полейблила, вокруг этой вероятности, которую сейчас обрабатываем, берем как бы некоторое окно, некоторое вот это, размер шага, с которым мы двигаемся. В нем берем все объекты и смотрим на среднее значение целевой переменной по всем этим объектам. Если оно совпадает с вероятностью, в которой мы сейчас находимся, то тогда говорим, что модель откалибрована. Если не совпадает, говорим, что она не откалибрована. И давайте поговорим о том, как, собственно, оценивать откалиброванность модели. В качестве одной из
качестве испытуемой модели будем брать модель, которая SVM с полиномиальным ядром. Значит, первый способ оценивания – это log-loss, тот самый, который есть у нас в log-reg, на который он обучается. Вот. Значит, тут мысль такая, что log-loss, он показывает нам то, насколько хорошо предсказаны вероятности классификатора соответствуют действительности. То есть, если мы как бы правильно угадываем метку класса и даем большую вероятность при этом объекту, то у нас log-loss получается как бы довольно близок к нулю. Если мы выдаем неправильную вероятность, то есть мы как бы сильно уверены, но мы на самом деле ошибаемся, то тогда он будет сильно расти. Примерно такое соображение. Вот поэтому как бы можно его использовать в качестве оценки того, насколько хорошо мы вообще классифицируем выборку или нет. Давайте я даже, может быть, чуть подробнее разберу, почему это так. Так, сейчас, секунду. У меня просто такое ощущение, что здесь ошибка в знаке. Ну ладно, в общем, смысл в том, что да, у нас в log-loss, если мы перепишем его через y и логиты, которые мы получаем, то у нас там будет произведение y-итого на логит этого самого y-итого. И в частности, вот в одном слагаемом у нас будет y-итое умножить на лог p-итое. Если мы будем говорить про те кейсы, где у нас y-итое положительное, там мы, соответственно, будем что делать? Если у нас истинная метка положительная и большая вероятность уверенности в том, что объект принадлежит классу плюс один, то мы будем величину y-it умножить на log p-it увеличивать довольно сильно. При этом в log-loss она с минусом, поэтому log-loss будет уменьшаться. Аналогичная история будет с теми случаями, когда у нас другие метки, там просто будет, соответственно, меняться знак. Вот. И тогда получится ровно то, о чем я говорил, что в случае, если мы хорошо предсказываем, то log-loss будет идти к нулю, если плохо предсказываем, будет идти к бесконечности. Вот. Здесь есть парочка примеров того, как это можно посчитать, да, на каких-то реальных данных. Вот. Но в целом я рассказал, в чем смысл. Вот. При этом, смотрите, если мы говорим про классификацию, то у нас, ну, и в принципе, на самом деле, по какой-то задаче машинного обучения, у нас обычно есть сущности двух типов. У нас есть лоссы, а есть метрики. Вот. И для разных вещей разные из них бывают годятся, бывают не годятся. Тут соображение такое, что мы обычно в классификации модель обучаем на какой-то лосс, а потом смотрим кучу метрик для того, чтобы понять, хорошо или плохо мы классифицируем объекты класса плюс один, хорошо или плохо мы классифицируем объекты класса минус один, а насколько хорошо мы наши объекты проранжировали, да, если мы говорим про аукроп, который мы в прошлый раз выбирали. Вот. И сегодня мы говорим про калибровку. И для калибровки, скажем, вот мы берем и смотрим на log-loss, который мы использовали, в принципе, для обучения модели, который прикрывался на каких-то других ситуациях. Для калибровки он годится как какая-то штука, при помощи которой мы можем оценивать качество калибровки, в принципе. Но вот аукроп не годится для этого, потому что он измеряет качество ранжирования только выборки нашей. То есть он оценивает то, насколько хорошо мы расположили наши объекты, вот ранжированные по вероятностям, выданными моделью вдоль и истинных меток. Поэтому, если мы, скажем, все вероятности нашей модели поделим на какое-то фиксированное число, скажем, на 100, то мы не испортим никак аукроп. То есть он как был каким-то, так и останется каким-то. При этом
log-loss как бы изменится. Он будет сильно меньше. Сильно больше. Или меньше. Или больше, да. Вот. Ну и как бы очевидно, что если мы даже будем просто представлять себе калибровку, то мы тоже будем получать некоторые неадекватные значения, потому что там, то, у чего раньше была вероятность 0,7, вдруг станет иметь, там, не знаю, вероятность 70, да, и вообще не очень понятно, как это интерпретировать. Ну, давайте, чтобы не умножать на 100, чтобы не получать какие-то неправдоподобные значения, можем прикинуть, что наша модель там, на все объекты тренировочной выборки выдала метки промежутки там, от 0 до 0,7. И, скажем, мы все эти метки испортили в какое-то количество раз, типа в 1 и 2 раза. Вот, тогда мы не изменим аукрок, но изменим качество подкалиброванности. Я думаю, что такое соображение, в принципе, более-менее понятно. Если не понятно, то остановите меня сейчас, и я о нем подробнее скажу. Будем считать, что более-менее понятно. Так, ну давайте мы тогда посмотрим для нашей тестовой модели. То есть говорю и говорю. У меня какие-то результаты. Вот у нас были наши Y-тесты. Есть Y-предпроба. Повторюсь, это скоры, которые выдала одна из моделей, которые мы обучали на наших данных. И посмотрим на ROCAU для нее, и посмотрим на log-loss. Вот они получаются какие-то. Значит, если мы все вероятности поделим на что-то, я говорил в примере, когда рассуждал, что можно умножить, но можно как бы поделить, да, смысл в том, чтобы во сколько-то раз изменить вероятности, то вот мы увидим, что log-loss вырос, а аукрок никак не изменился. В общем, это такая история, которая, возможно, сподвигает задуматься о том, какие метрики в какой ситуации лучше использовать, лучше ли обучаться до сходимости по лоссу или лучше ли обучаться до сходимости по метрикам и так далее. В общем, разные ситуации бывают, но тем не менее. Так, давайте двинемся дальше. В общем, есть еще другие способы оценки качества калибровки. Вот первый – это log-loss для нас. То есть мы можем посчитать банальное число, которое будет нам говорить, ну, оно не от нуля до одного, в смысле там какой-то метрики, да, что у него нет минимума и максимума, но мы можем одну и ту же модель сравнить как бы в разных ипостасях саму с собой, стала ли она лучше или стала ли она хуже. Так, Бриер скор, давайте обсудим такую штуку. В общем, смысл тут такой у этой формулы. Значит, для того, чтобы посчитать эту величину на выборке, мы проходимся по всем объектам выборки. Для каждого объекта берем скор, который выдал ему классификатор по ИТЭ, и смотрим, по сути, на MSE, метки и скоры, которые выдал классификатор. Вот такая как бы метрика, да, которая... которая тоже может нам сказать, насколько хорошо мы откалиброваны в некотором смысле. То есть это некоторая метрика, которая позволяет нам оценить, насколько правдоподобны получились наши вероятности по отношению к истинным меткам. Примерно вот как бы, такая мотивация у этой формулы. И она как бы чуть лучше, чем log-loss, тем, что я сказал уже про log-loss, что он не ограничен сверху ничем, то есть мы не можем его как-то оценить абстрактно, получился ли у нас большой log-loss или получился ли у нас маленький log-loss. То есть он может там зависеть, в частности, от размера выборки, что не очень удобно, наверное. То есть мы можем сравнивать по log-loss только, как бы, по сути, какие-то вариации одной и той же модели, которая дает метки на одном и том же множестве объектов, ну или хотя бы на одном и том же количестве объектов. Вот. Ну, Бриер скор, он уже ограниченный, и мы можем его чем-то посчитать. Он ограничен за счет усреднения по количеству объектов.
Так, давайте такой вопрос. Хорошо, когда брир-скор большой, или хорошо, когда брир-скор маленький? Кто как считает? По-моему, нет ответа у нас на это. Можно в чат написать. Для моделей, которые хорошо предсказывают вероятности принадлежности объекта к положительному классу, брир-скор будет большим или будет маленьким? Будет близок к единице или будет близок к нулю? Так, есть одна гипотеза в чате, что вроде бы маленькие. Есть еще гипотеза у кого-нибудь? Ну нет, маленький точно, да. Почему? Ну, чем больше брир-скор, тем сильнее различаются истинная вероятность от того, что мы предсказали. Ну да, правильно. То есть, если мы, скажем, на все объекты положительного класса выдали вероятность 1/100 или 1/10, то эта величина будет довольно большой, потому что будет довольно сильное отклонение. И аналогично наоборот, если там для всех объектов с меткой 0, мы будем выдавать большую вероятность, то есть сильно быть уверенными, что они принадлежат классу плюс 1, то опять же по МСЕ эта величина будет довольно большой. Была проверка тех, кто слушает или не слушает. Так, давайте дальше будем говорить. Поговорим про оценку калибровки при помощи диаграммы калибровки. Так, значит, тут соображение следующее. Вот еще раз, да, как бы что обозначает, что модель откалибрована? Значит, что если мы говорим для некоторого множества объектов, что они принадлежат классу 1 с вероятностью 2/3. Для откалиброванной модели это должно значить следующее, что в 2/3 случаев наш прогноз будет сбываться. То есть, что среди всех объектов, у которых вероятность 2/3, с точки зрения нашей модели, 2/3 объектов будут иметь метку плюс 1. Вот такая штука. Вот. Конечно же, как я уже с самого начала примерно говорил, у нас при выдаче меток всем объектам из теста будет, как бы, скорее всего, какое-то распределение и не будет одних и тех же меток везде. Поэтому мы можем сделать следующее. Можем весь спектр вероятностей от 0 до 1 разбить на некоторые шаги, скажем, идти с шагом 0,1, то есть как бы сделать 10 таких бинов. И внутри каждого бина посчитать средние метки всех наших объектов. Ну, давайте посмотрим на картинке то, как это может выглядеть. Значит так, вот у нас по оси X вероятности от 0 до 1. Мы можем разбить их на несколько бинов, вот так вот. И для каждого бина сделать следующее. Посчитать среднее значение истинных меток для объектов, которые попали в этот бин. Получится, что если у нас было 10 бинов, у нас будет 10 точек. Ну, здесь, наверное, чуть больше получается, чем 10, но в общем не суть. У нас получится точек столько, сколько у нас было бинов. Дальше, если модель была откалибрована хорошо, то по-хорошему вот эти вот желтые точки, они должны были бы оказаться где-то на вот этой вот диагонали. Но это не всегда правда, да, вот как бы, и поэтому желтые точки, они могут образовывать некоторую другую кривую, чем диагональную на этом квадратике. То есть у нас как бы квадрат получается и по горизонтали, и по вертикали от 0 до 1, только вот по нижней части у нас вероятности, по
В вертикальной части у нас получаются средние значения меток. Поскольку метки у нас будут нолики и единички здесь, то среднее значение будет опять же лежать где-то в промежутке от 0 до 1. Вот такая вот история. Значит, и... Давайте я сейчас вспомню, что хотелось сказать в этом месте. Ну да, смотрите, значит, если мы на первой картинке, вот на этой, на верхней, посмотрим на среднюю предсказанную вероятность класса 1 в каждом бине и, скажем, увидим, что она будет выше, чем выше будет, чем желтые все точки, то это будет значить, что для каждого такого бина у нас модель выдает сильно больший прогноз, чем как бы, там на самом деле есть доля положительных объектов. Это значит, что мы всегда, по сути, завышаем какой-то прогноз, и было бы, наверное, здорово, как на нашей вероятности там домножить, не домножить на что-то, наверное, домножить на что-то, чтобы как-то эту кривую сдвинуть больше вверх. Вот, то есть мы как бы сильно больше уверены обычно в том, что модели, в том, что объекты принадлежат классу плюс один, чем это есть на самом деле. Вот, и в случае, если мы будем там пытаться при помощи таких вероятностей, выданных нашей моделью, оценивать нашу выручку, скажем, да, если мы пытаемся предсказать покупки какие-то, то мы будем там как-то занижать наши ожидания, если мы будем оценивать по розовым точкам, а не по желтым. Так. Ну, давайте вот такую посмотрим картинку. Значит, бывают, в принципе, разные ситуации того, что можно получить при вот таком вот анализе, да, при построении такой кривой. В частности, может быть такая ситуация, что у нас может быть довольно сильно уверенный в себе классификатор, и это может выражаться вот в чем. Значит, мы можем нашей моделью довольно уверенно предсказывать маленькие вероятности в тех случаях, если это может быть неправда, и довольно уверенно предсказывать объекты класса плюс один, опять же, если это может быть неправда. То есть как бы вот такая вот картинка, она может нам сказать о том, что у нас как-то классификатор слишком сильно как бы уверен в своих выходах. То есть как бы ему стоило бы выдать как бы сильно более низкие вероятности на некоторых объектах, на тех, которые принадлежат классу, там, скорее всего, ноль, но он выдает довольно большую вероятность. Вот, и аналогично он может как-то сильно завышать вероятность того, что объекты принадлежат классу плюс один. Вот. Или может быть какая-то симметричная ситуация от этой вот диагональной линии. То есть мы можем иметь, наоборот, какой-то underconfident классификатор. Скажем, если мы можем как бы занижать, наоборот, вероятность того, что объект принадлежит классу 0, довольно сильно, то есть быть неуверенными в том, что он принадлежит этому классу, или наоборот, как-то сильно неуверенно говорить о том, что объекты принадлежат классу плюс 1, хотя они на самом деле все более-менее там принадлежат внутри этой группы. Так, ну, здесь еще какие-то примерчики распределения. Давайте посмотрим в коде, как это можно строить и как это, ну, типа, как с этим работать руками более-менее. Так, давайте мы сделаем следующее. Значит, возьмем все наши классификаторы, которые у нас были для решения этой задачи. Вот их у нас было 4. Все их обучим на тренировочной выборке.
И для каждого из них построим калибровочную кривую. Значит, что нам для нее, по сути, нужно сделать? Нам для нее нужно иметь истинные метки, нам для нее нужно иметь выходы модели, нам для нее нужно определиться с тем, какое количество бинов мы используем. Эти три вещи, если у нас есть, то мы можем построить калибровочную кривую. Вот у нас, по сути, это и есть. Да? То есть мы передаем в calibration curve y-тесты, истинные ответы, передаем вероятности, передаем количество бинов. Мы потом можем все эти объекты, которые y-тест, по вероятностям отранжировать, по вероятностям, которые выдали наши модели, и разбить полученное упорядоченное множество по 10 бинам и построить калибровочную кривую как бы по 10 точкам, по сути. Вот, но мы можем получить чего-то такое. Значит, вот наш квадрат 1 на 1, вот у него диагональ пунктиром изображается, и вот у нас, значит, все модели как-то скачут вокруг этой диагонали более-менее. Давайте посмотрим, есть ли у нас что-то с каким-то явным трендом там, в overconfidence или в underconfidence, но кажется, нет. У нас довольно сильный разброс везде. Ну да, кажется, что в целом никакая из кривых не отходит сильно от диагонали, и они как-то в целом скачут вокруг нее скорее, без какого-то явного тренда там на слишком большую уверенность или слишком маленькую уверенность. Так, давайте мы теперь посмотрим на другой пример того, как это можно использовать. Сейчас я проверю, выполнил ли я все ячейки здесь. Ну, кажется, да. При помощи другой библиотеки попробуем построить те же самые калибровочные кривые. Они в ней называются Reliability Diagram. Вот. И у нее просто чуть более широкий функционал того, что можно делать как бы для анализа этой кривой. Там, в частности, делать какие-то более гибкие бины и смотреть как-то на неравномерных бинах и так далее. Так, давайте посмотрим, значит, на документацию этой функции, что у нас тут есть. У нас есть y, есть x. Это, опять же, как бы метки с объектов, на которых мы хотим построить такую кривую, какие-то уверенности, которые мы выдали, бины и куча-куча, в общем, разных параметров, которые могут помочь нам построить более красивый график. Но в частности, вот видите, куча всего, что может делать дополнительные пояснения на картинке. Так, ну и нам говорят, да, что y это array like int, либо нолики, либо единички, x это вероятности, бины. Ну и дальше, в общем, можно почитать, что хочется. Так, смотрим. Значит, пытаемся по ходу дела разобраться по очереди, что у нас получается. По оси x, опять же, предикнутые вероятности. По оси y эмпирически средние меток. У нас сейчас по умолчанию посмотрим, какие бины. По умолчанию они какие-то вот такие, их 20 штук. Да, в общем, 20 точек у нас по умолчанию. Мы все объекты разбиваем на 20 групп и внутри каждой группы считаем среднюю вероятность, средние метки, да, по тестовой выборке. Так, мы получаем какую-то такую картинку. Окей, это у нас, опять же, для той модели, которая была из SVM получена. Давайте я уберу, чтобы мы ее не испортили. Да, не испортили. Так, дальше. Тут у нас probability distribution для нашей модели. То есть мы просто посмотрели на то, какие в целом вероятности наша модель больше выдает. То есть мы видим здесь, что наша модель довольно много выдает каких-то вероятностей, которые близки к 0,5. То есть она мало бывает уверена в своих ответах и довольно сильно в них не уверена получается, да, потому что вот мы в целом она
колеблется часто между тем и между тем. Нет случаев, что она каким-то большому количеству объектов подает сильно большую вероятность или большому количеству объектов дает сильно маленькую вероятность. В целом модель у нас не уверенная в себе скорее. Так. По сути, для нас это может быть мотивацией более внимательно посмотреть на те объекты, которые находятся вот в этой области, в области, где у нас очень много меток подает наша модель, и менее подробно смотреть на области, где у нашей модели, в принципе, не очень много выходов. Потому что может получиться так, что если у нас объектов, в принципе, не очень много, скажем, было 100 объектов, то тогда в range от 0 до 2 и в range, скажем, от 0,8 до 1 может попасть довольно мало объектов, в принципе, скажем, 10 объектов. И по ним будет довольно странно считать средние и надеяться на то, что эти средние точки, то есть, по сути, y-координаты у всех этих оранжевых точек будут хоть сколько-то надежными, да, что мы можем им доверять. Вот, поэтому можно сделать следующее. Можно задать кастомные бины и сказать, что вот мы в интервалах, где у нас у модели мало выходов, в принципе, будем смотреть с довольно большим шагом, в других интервалах будем смотреть с маленьким шагом, вот там, где у модели плотные выходы. Так. Бам-бам. Ну вот, теперь получается, что по новым бинам мы видим какую-то вот такую картинку, да, то есть мы тут взяли сразу много объектов, широкий бин, тут взяли снова сразу много объектов, широкий бин, тут взяли несколько более маленьких, тут взяли сразу широкие. На графике слева это, опять же, отображается тем, как бы, какое расстояние по оси X между этими точками, которые мы здесь смотрим. То есть мы в центре смотрим гораздо более плотные точки. Вот у нас на один квадрат их получается 2, 3, 4 штуки. А в остальных местах на один квадрат у нас получается по одной точке. Так. Ну, в общем, да, можно еще поиграться как-то с настройкой шкалы, то есть можно взять логит шкалу, то есть логарифмическую, по сути. То есть мы будем более подробно, как бы вот на этом графике смотреть на значения ближе к нулю и ближе к единичке, и менее подробно смотреть на все остальное. Это в случае, если у нас будет другая ситуация, то есть если у нас будет какая-то модель, которая будет довольно сильно уверена в своих прогнозах, скажем, она будет очень уверенно выдавать нолики, будет очень уверенно выдавать единички, и ничего не будет посередине, не как у нас сейчас, то тогда можно будет воспользоваться типа, вот таким флагом и посмотреть на то, как она будет себя вести там, где-то в окрестности нуля или где-то в окрестности единицы. Так, давайте мы еще посмотрим, что эта функция возвращает нам некоторый словарь и посмотрим на то, как бы, с чем мы вообще работаем. Так, она возвращает нам словарь predicted probabilities, empirical probabilities и bin counts. В общем, если на него посмотреть, да, то мы для всех точек в каждом бине можем посмотреть на количество точек, которые там получилось, по которым строилась эта оценка. Вот мы видим, что несмотря на то, что левый бин мы взяли довольно большим, по ширине там была ширина 0,2, в нем все равно получилось мало точек. Вот те, которые в центре, хоть мы их брали сильно меньше, чем остальные бины, в них все равно довольно много точек. Ну и для каждого из этих бинов вот есть как бы и x-координаты, и y-координаты этих точек, которые мы здесь видим на картинках. Какая-то такая история, ну, то есть, по сути, это больше про интерфейс того, что предлагает нам библиотека ML Insights для того, чтобы оценивать калибровку, но можно смотреть при помощи scikit-learn настроить, можно смотреть при помощи нее. Так, это мы поговорили с вами, значит, о том, как, в принципе, понять, откалибрована модель или нет. То есть, если
коротко пройтись еще раз, то получается смысл такой, что мы можем либо посчитать какие-то метрики калибрования в некотором смысле, то есть либо через лосс для логрега, либо бриф скор. Мы смотрели с вами как-то вот по их величине, мы можем сравнить, стала ли модель более откалиброванной или стала она менее откалиброванной. Стала ли она, по сути, лучше приближать распределение ноликов и единичек там, в каждом каком-то для каждой вероятности или не стала. То есть стала ли она лучше описывать данные в некотором самом общем смысле. И посмотрели способ, как это оценивать при помощи калибровочной кривой. Давайте теперь мы поговорим о том, как, если у нас уже есть какой-то классификатор, как из него сделать откалиброванный классификатор. То есть мы пока что поняли только, как нам оценить, был ли он откалиброван или нет. Сейчас мы попробуем понять, как нам, собственно, провести преобразование, исправить неправильный классификатор, сделать его чуть более правильным. Значит, тут у нас будет такая терминология. По сути, если раньше мы с вами делали следующую вещь, мы говорили, что у нас есть тренировочная выборка, мы на ней обучаем модель, ну там, допустим, кросс-валидируем все как-то, в итоге смотрим ее значение на тесте, здесь у нас появляется новая модель, калибрационная модель. Это, по сути, просто исправленный вариант той модели, которую мы обучили с вами на трейне, потом или при помощи кросс-валидации, или при помощи просто обучения на трейне. Вот, и, значит, если мы хотим с вами исправить предсказания старой модели, то что у нас, по сути, есть? У нас есть старая модель, испорченная, которая выдает нам на тесте некоторые числа, некоторые вероятности. По сути, мы хотим сделать новый классификатор, который обучается только на одном признаке. То есть, как бы, в некотором смысле мы хотим обучить какую-то новую модель, которая, имея в себе только один признак того, какие вероятности выдавала старая модель, будет как-то обучаться и перевыдавать новые. Вот можно это рассматривать с такой точки зрения. Ну или можно просто ограничиться тем, что мы хотим как-то подправить вероятность нашей модели для того, чтобы она, соответствовала каким-то нашим большим требованиям. При этом исправление вероятностей у нас, скорее всего, зашито очень важное требование. Мы, скорее всего, при исправлении модели не хотим никак испортить качество ранжирования. То есть мы никак не хотим переставить наши объекты. Мы хотим как бы только подвинуть вероятности, возможно, некоторые линейные функции, типа умножить все вероятности на 0,8. Возможно, какой-то нелинейный, типа там все вероятности до 0,5 умножить на 0,8, все вероятности от 0,5 до 0,9 умножить на 0,9, или там еще что-нибудь более хитрое. Так, снова я много начал болтать и мало начал показывать чего-то. Так, значит, нам говорят, что есть всякие разные варианты использования данных, и, в общем, есть такие варианты. Первый – это делим датасет на обучающую, калибровочную и тестовые выборки. То есть мы, по сути, можем обучить первую модель на тренировке, дальше откалибровать ее на отдельной выборке и потом уже смотреть качество на отложенной выборке тестовой. Ну или как бы сравнивать, можно сказать, откалиброванную модель и неоткалиброванную модель на тесте. Так. Да, это я все сказал только что. Так, ну или мы можем делать, в принципе, это во время кросс-валидационного обучения примерно то же самое. То есть мы можем калибровать модель всегда на отложенном каком-то сабсете из тех сабсетов, которые у нас есть для кросс-валидации. Так, давайте мы поговорим, собственно, про способы того, как мы можем калибровать модель. И первый называется изотоническая регрессия. Тут на картинке пример
как бы в целом для регрессии, не для классификации. Мы попробуем перенести это понимание на то, как это делать для классификации. Вот. А в регрессии предлагается делать следующее. Значит, как я уже сказал, мы можем мыслить о калибровке как о процессе обучения новой модели, которая обучается только на одном выходе старой модели. Вот. Так, ну и в принципе мы можем сформулировать здесь задачу так, что мы хотим вернуть некоторые метки FIT, такие, которые будут как бы минимизировать MSE до истинных меток YIT. Вот, давайте мы попробуем посмотреть это в коде, и потом на картинках, которые там будут получаться, возможно, чуть больше поймем, как оно перестраивает старую модель, и причем здесь вообще старая модель. Так, давайте мы переделим наши данные и сделаем следующее. Значит, мы разобьем ее сначала на train и test, и потом 30% трейна переотдадим в калибровочную выборку. То есть мы как бы разбили сначала по старому, по сути, и потом трейн дополнительно переразбили на трейн, который будет прям трейном, и на ту часть, на которой будем калиброваться. Берем модель SVC, говорим, что настроим ее на тестовой выборке. То есть, по сути, пользуемся первым из способов как бы использования выборки без кросс-валидации. И предсказываем наши вероятности. То есть на тесте предсказываем для того, чтобы тестироваться на тесте и смотреть на какие-то метрики, там стало лучше, хуже. И на калибровочной выборке предсказываем вероятности для того, чтобы потом как-то ее откалибровать, собственно, и, возможно, для перекалиброванной модели посмотреть на поведение на тесте снова. Так, можно настроить модель, значит, и в качестве истинных меток берем секундочку. Ну, в общем, да, подаем в нее, значит, откалиброванные вероятности, не откалиброванные, а вероятности, полученные на калибровочном дейтасете при помощи нашей модели, которую мы только что обучили, и подаем истинные метки на калибровочном дейтасете. То есть мы как бы при помощи такого фита сможем переподогнать те выходы, которые мы получили нашей моделью на калибровочном дейтасете с учетом меток, которые у нас есть на этом самом калибровочном дейтасете. Так. Мы можем потом сделать новые метки, которые получатся после фита вот такой вот регрессии. Можем получить эти предсказания для калибровочной выборки и можем получить эти предсказания для тестовой выборки и посмотреть на то, что у нас получается, собственно, с откалиброванными вот этими вероятностями и без откалиброванных вероятностей. Так, давайте посмотрим, что у нас на графиках получается. Будем строить два типа графиков. Будем строить одни графики на калибровочных данных, будем строить вторые графики на тестовых данных. Так. Значит, у нас есть истинные метки для калибровочной выборки. У нас есть Есть то, что мы предсказывали до калибровки. Вот оно выглядит как-то так. То есть оно не соответствует диагональной кривой. Да, у нас тут есть какой-то разброс довольно сильный от нее. То есть мы как бы у нас получается, скажем, для тех
объектов, которые в правой части лежат, у нас получается, что среднее значение для каждой группы целевой переменной получается сильно выше, чем диагональная кривая. Получается, что как бы, мы дали как бы, сильно более низкие вероятности тем объектам, которые в каждой группе имеют довольно высокую долю объектов с положительной меткой. Вот. Что, наверное, не очень хорошо может быть. Ну и вот аналогичная кривая у нас получается на тесте, если мы запустим. Давайте я пробегусь тут. Так. А что она у нас не нарисовалась? Сейчас, секунду, забыл, видимо, забыл рисующую штуку. Сейчас, секунду, что я затупил, что хотел здесь нарисовать. Попробую понять и подправить быстро. Ладно, давайте, чтобы я не тупил долго, мы сделаем так. Мы посмотрим просто на разброс этих вот точек оранжевых по отношению к кривой и видим, вот, да, что до калибровки, по сути, у нас было, что у нас эти точки, они довольно сильно могут вот в верхней части и в нижней, сверху как бы уходить наверх, снизу уходить вниз. После калибровки это чуть изменилось. То есть у нас все еще есть какой-то выброс, вот здесь вот один появился, но остальные точки сильно ближе лежат к диагональной кривой. Так, и значит, если мы на тест дате вот здесь даже посмотрим в логит-шкале, в логарифмической шкале, то увидим, что они как бы тут в целом все довольно близко распределены. Не без выбросов мы остались, но тем не менее, как уж получилось. Вот, следующий способ того, как можно переделать вероятность нашей модели, называется регрессией Платна. И тут смысл такой. Значит, мы можем всегда говорить о вот такой штуке, что если мы обучаем как-то нашу модель и не накладываем сигмоиды на выходы, то мы получаем как бы, какие-то скоры, которые, в принципе, исходно ничем не ограничены. Да? То есть если мы скажем, вернемся на секунду в понимание логистической регрессии и будем думать о ней, как о том, что мы как бы, обучаем какую-то модель, и в конце мы к этой модели применяем сигмоиды на ее выходы для того, чтобы интерпретировать их как вероятности. Ну и дальше мы можем там подставлять как-то в лосс и так далее. Мы можем думать о тех числах, которые были выданы до сигмоида, как о отношении того, насколько мы уверены в том, что этот объект относится к положительному классу по отношению к тому,
насколько мы уверены, что он относится к противоположному классу. Вот. И тогда мы можем сказать следующее, что давайте мы попробуем смоделировать вот эти логиты при помощи такой функции, скажем. Возьмем два параметра альфа и бета и как-то типа при помощи них изменим выходы старой нашей функции, которая была для предсказания логитов модели. И как бы, вот таким вот линейным преобразованием if будем менять логиты. Подход заключается примерно в этом. Вот тогда мы можем как бы выразить из этого выражения p-шки, если мы возведем экспоненту в степени обеих частей этого уравнения, выразим p, получим примерно какое-то вот такое выражение на те вероятности, которые мы можем получить после преобразования. То есть здесь слева мы слева видим те значения, которые новые мы получим для нашей модели. То есть для одного объекта слева это будет какое-то число, будет какая-то новая вероятность. Справа мы видим какую-то формулу, как можно преобразовать старые выходы модели, старые f-ки. То есть еще раз, да, исходим из предположения, что у нас была старая модель, которая умела выдавать логиты. Логиты — это то, что мы получаем до перехода к вероятностям. Логиты — это какие-то неограниченные числа. Мы их можем по какому-то параметрическому правилу попробовать преобразовать и получить какие-то новые вероятности. Вопрос в том, откуда взять вот эти параметры альфа и бета. Потому что если, скажем, мы возьмем какую-то обученную модель, возьмем выборку какую-то калибровочную, скажем, и там мы сможем посчитать, сколько-то выходов нашей модели. То есть вот эти вот f и t. Для того, чтобы их перевести, нам нужно будет как-то еще вот дообучить какие-то параметры альфа и бета, ну или просто их откуда-то взять. Вот. Они в данном случае являются обучаемыми параметрами. Вот. Их можно обучить по методу максимального правдоподобия. То есть они для всех объектов будут одни и те же. Всего лишь два параметра нужно будет настроить числовых. И что мы сможем сделать? Мы сможем для всей нашей выборки калибровочный, скажем, записать произведение вот таких выражений, там, прологарифмировать его потом для того, чтобы получить логарифм правдоподобия и его уже максимизировать. Например, градиентный метод. Или, возможно, выписать, в принципе, явное решение. Вот, то есть, как бы, есть, в принципе, понятный способ того, как эти альфа и бета получить. А общий подход заключается в том, что мы вот не обработанные выходы предыдущей модели меняем по линейному правилу. Так, давайте мы возьмем логрек и с ним проведем такое преобразование. Опять же, на калибровочной калибровочной выборке и на тестовой выборке мы получим выходы нашей модели. Сейчас, секунду. Немного я вас обманул, сейчас я скажу более четко, что имелось в виду. Давайте так, в общем, смысл такой, да, у нас была предыдущая модель, которая SVM-ная модель. Для нее мы можем посмотреть на выходы этой модели. Мы можем сделать следующее, как бы мы можем сказать, что если SVM нам выдал какие-то вероятности, то мы можем их обратно преобразовать в какие-то логиты. То есть, скажем, мы можем по вот такому правилу посчитать
какие-то новые числа для каждого объекта. Мы можем для каждого объекта, на котором мы применили SPM, посчитать логарифм отношения выхода на этом объекте к единичке минус выход на этом объекте. И дальше на эти значения мы можем обучить логрег. Вот. И как бы выходы этого логрега использовать в качестве новых вероятностей, которые мы получаем. Вот такую штуку примерно можно сделать. И здесь, собственно, ровно такая процедура и проводится. Так, вот у нас были, опять же, какие-то предыдущие значения, неоткалиброванные, те же самые, которые были до этого. И после преобразований мы получаем, ну, какие-то, скажем, ну, тут получаем что-то не супер более хорошее, да, потому что если в предыдущем подходе мы явно видели, что у нас точки стали лежать ближе к главной диагонали, здесь у нас они как-то довольно сильно все еще разбросаны. Я бы не сказал, что, ну, не знаю, тут по картинкам не очень понятно, что из этого лучше. Я бы не говорил однозначно, что этот подход себя как-то оправдал. Ну, там, в принципе, если мы хотим посмотреть в логарифмической шкале, то получается что-то близкое к диагонали, но это как бы... Но это работает только для анализа крайних точек в основном, а не для анализа центральных точек. Для центральных точек, в общем, мы видим, что мало чего изменилось вот до преобразований и после преобразования вот здесь. Так. Ну вот, в принципе, мы видим, что log-loss типа немного уменьшился, если мы посчитаем до калибровки и после калибровки. Но он уменьшился, но не прям как-то сильно, да, что, в общем, не из картинок, не сказать, не из лосса, не сказать, что получилось как-то прям однозначно лучше. Но вот можно, в принципе, делать так, как вариант. Так, и... Последнее, наверное, что хотелось показать. В общем, очень похожее преобразование, только вместо двух параметров, как было в плате, можно использовать три параметра и также обучать их по методу максимального правдоподобия. Получается что-то, ну ладно, уже не сильно похожее на логрег, но тем не менее, в общем, мы можем придумать какое-то тоже преобразование, как мы можем взять выходы нашей модели, которые были до этого. Вот здесь вот это Z обозначается. И при помощи какого-то количества параметров, здесь это будет три параметра A, B и C, преобразовать их в какие-то новые величины, которые можно трактовать как вероятности. Если мы какие-то величины можем трактовать как вероятности, опять же, мы можем записать правдоподобие выборки и обучить как бы, эти параметры для того, чтобы перестроить все выходы нашей модели на каждом объекте по вот такому правилу. Вот, это тут уже делается не при помощи логрега, как мы смогли в прошлый раз обойтись, это делается уже при помощи отдельного метода из отдельной библиотеки, которая умеет эти параметры настраивать по методу максимального правдоподобия. То есть, по сути, делается все то же самое, что мы делали до этого. Берем калибровочную выборку, точнее, нет, берем тренировочную выборку, на ней обучаем нашу первую модель, вот эту вот SVM, с которой мы играемся постоянно. Берем калибровочную выборку, на ней настраиваем эти параметры по методу максимального правдоподобия, и дальше мы уже можем предиктить на тесте с измененными вероятностями чего-то. Так, вот берем наши предсказанные вероятности, обученные моделью на калибровочном дейтасете, берем метки на калибровочных данных, фитим нашу модель и делаем все похожие преобразования, как в предыдущий раз. Смотрим визуально, изменилось что-то или нет. Тут у нас осталось, в общем, разбросы точек оранжевых остались как были.
после преобразования, ну, не знаю, опять же, что-то более-менее раскидано вдоль этой кривой. Ну, в принципе, стало, наверное, чуть меньше выбросов. То есть у нас до преобразования были вот в районе 0,2-0,3 очень сильно отстоящие от главной диагонали точки. Они перестали там быть. Как-то все стало в целом довольно кучнее распределено к главной диагонали. Наверное, в целом из наблюдений все. Так, и у нас тут вот подсчет всяких лог-лоссов на всех способах, которые мы получили. Значит, для изотонической регрессии у нас получился самый большой лог-лосс. Для бета-калибрации у нас получилось, ну, меньше, но все равно довольно много. Визуально, конечно, так не сравнишь, потому что, ну, не знаю, в общем-то, то, что мы получили в бете, оно, кажется, не сильно отличалось визуально от плата, но, ну, кстати, оно и по лоссу не сильно отличается по лог-лоссу. Вот, и была неоткалиброванная штука еще. Так, ну, в общем, то же самое можно было бы сделать в scikit-learn на кросс-валидации, то есть просто иначе подойти к тому, как бы мы распределяли выборки для каждого из действий, которые мы бы хотели сделать. То есть можно было бы не обучать исходно все на трейне, потом донастраивать на калибрации и потом настраивать на тесте. Можно было бы делать все это прям сразу во время кросс-валидации и получать уже сразу от калиброванной модели. Вот здесь, в принципе, ничего уже идей нового нет, кроме того, в какой момент мы сделали бы калибровку. То есть в scikit-learn есть, вот видим, calibrated classifier CV, который мы можем откалибровать в кросс-валидации. Все, уже язык путается. Так, ну давайте посмотрим, что в итоге получилось. Здесь у нас что происходит? Здесь мы берем наши данные, которые мы сбалансировали, берем SVM наш, кросс-валидация его. Так. Кросс-валидация его сначала одним способом пытаемся откалибровать, и потом кросс-валидация пытаемся его другим способом откалибровать. Так, мне показалось, там были картинки, но да, не было картинок. Ну вот, чего мы видим, значит, у нас получилось, что пресижены получились какие-то 0.75, 0.79. Давайте посмотрим на то, какие они у нас были в самом начале, до того, как мы вообще всем этим занимались калибрациями. Так, они были 0.79, recall был 0.69. Ну, давайте по F-мере будем смотреть. 0.74, 0.75. Эти значения получались. Ну, кстати, у нас даже упали значения метрик F1, да? Вот, но, ну, что поделать? Ну, вот так получилось. Вот, то есть, как бы, хоть у нас и упали значения метрик, в принципе, мы надеемся на то, что если мы теперь будем строить какие-то оценки, скажем, прибыли, то у нас будут получаться чуть-чуть более адекватные вероятности в среднем. То есть мы получили какие-то способы понимания того, насколько у нас в среднем вероятности стали лучше описывать наши данные. Вот. Возможно, мы что-то потеряли при этом в точности жесткой классификации. Но, возможно, какие-то вероятности стали при этом лучше, и мы начали что-то другое оценивать лучше. Вот такая история с калибрациями. Я надеюсь, что чуть-чуть что-то хотя бы было понятно. Вот, если что, пишите вопросы в чат, я постараюсь на них ответить.
Вот, все, всем до следующего раза. Всем пока. До свидания.